Непроглядные дни придут к белорусам в эти выходные. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Густой туман накроет страну в ранние часы. Осторожными нужно быть и любителям каблуков. Первый гололед покроет дороги и пешеходки. Суббота ожидается сухой и спокойной, а вот воскресенье обещает дожди и даже мокрый снег. Во второй половине ноября плюс сменится на неустойчивый минус. А это значит, открытые уши и руки пора прятать в тепло. Можно под уютный клетчатый шарф. Снежные бури вызвали хаос на северо-востоке Китая. Температура упала на 14 градусов. Серьезно нарушено движение транспорта. Нынешний снегопад – самый сильный с момента начала сбора данных в 1951-м. Вторжение холода и метели привели к широкомасштабным отключениям электроэнергии. Тем временем уникальное природное явление коснулось Австралии. За ночь там зарегистрировали около миллиона ударов молний как в небе, так и возле земли. Разряды фиксировали в центральной и восточной частях страны. В субботу небо над Бобруйском частично затянут облака. Осадки не ожидаются. Ветер умеренный, градусник покажет от минус 2 до плюс 6. Первая половина воскресенья прогнозируется дождливой. Воздух не прогреется сильнее 3. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.